такое, карапузик. Да, да, пацак. Всем доброго времени суток. Решил пробежаться сегодня с тинкарой. Одел забродники, жилетку. Взял тинкару. Потому что сейчас по берегам шастать со спиннингом вот по таким вот зарослям, буеракам, как-то не очень комфортно. Поэтому сейчас зайду в речку и буду пробовать чего-нибудь ловить. На тинкару опять привязал мормышку. Есть у меня сумка тут с силиконом. Есть опарыш. Мухи. Нимфы. Короче, сейчас посмотрим. Главное не убиться день здесь по дороге. Так, ну что, куда пойдем? Вверх, вниз. А и вверх сходим, и вниз сходим. Сейчас вверх маленько пройдусь, вот насколько хватит. Здоровье зайти. А потом уже не грохнуться бы. Потом уже, может, и вниз схожу. Глянем, что у нас будет в сегодняшней рыбалке. Ну, рассчитываю так в основном елец, пескарь, уклейка, возможно, окунь. Рыбка какая-то играет он. Попробуем так ради удовольствия и спортивного интереса. Глубина здесь вот на перекате, ну не знаю, сантиметров 30 может. Ну кто-то играет. Тинкара у меня 3,9. Поводок 0,12. Флюрик. Левел. Не помню какой. Мормышка стоит. Вольфрамовая 0,2 грамма. О-хо-хо. Видно было, как клюет. Крючочек маленький, может, покрупнее надо. Оба! Оба-на! И первая рыба у нас окунь. Вот тебе раз. Вот такой. Там травка, там окушок тоже должен стоять. Интересная рыбалка. Да, нету трофеев каких-то супер-пупер. Но мы же за удовольствием приходим на рыбалку, за поклевками, за общением с природой. А здесь броди по речке, красота. Опа! Пескарь был. Так, маленький крючочек, походу. Потом попробую силикон поставить. Ага. О, крючочек подогнул, поймал пескарика. Потом уж щука он попадется. А вот представьте сейчас, с мормышингом или с микрухой вот так вот по берегу, по кустам шарахаться. Аж развереешь. А здесь хорошо, ничто тебе не мешает. Идешь, бросаешь. Сейчас ельчишки должны вот тут в кустах быть. Вот, вернул. Опа. Уклеечка. Маленькая. Опа. Пескарь. Вот скажите, что еще нужно? Ходишь по речке, ловишь рыбку. Красота же. Еще пескарь. Что-то одни пескари.
Ага, это у нас уклеечка. Где у нас ельцы? У нас пискарик клюет. В принципе, можно так и со спиннингом походить, чтобы по кустам не шариться. Опа! Эх, убежала уклейка. Кто-то поглубже зашел, нету рыбки, никто не хочет клевать. Есть снаружи щуканы с окунями. Ага. Уклеечка. Где елец? Ну, проверим сейчас, где здесь глубины, где ямки. Да, где поглубже рыб не хочет клевать. Ага. Пискарик. Супер окунь. Здесь надо силикончик одеть. Здесь окунек шастает. Я вот оттуда его ловил. И в прошлом году, и в этом году маленько. Кто-то пытается. Эх ты, уклейка. Что одна уклейка только. И пискарь. О, где помельче? Уклейка, пискарь. Где чуть поглубже? Уже никто не клюет. Что-то одна мелочь какая-то пузатая клюет. Где крупники? Куда попрятались? Одни пискари. Где окунь? Ага. Это у нас плотва. Так. Беги, плотвень. Здесь у нас плотвичка стоит. Здесь глубоко уже, почти по пояс зашел. Да, водичка еще после дождя мутная. Ага, кого-то я изловил.
ты! Это карась. Смотри, смотри, смотри. Да, вот здесь подсак надо. Давай воздуха уже хлебни. Это вот такой карасик. Вот вам и кирью. Значит, ловится карась на такую снасть. Вот такой карапузик. Да, надо подсак. Что-то мне прям нравится такая рыбалка-то. Ну это прям здорово потащил так. Окуняра. Нашел местечко. Еще кто-то. О! Ага. Ну и уклейка, как без нее-то. Зашел почти по пояс уже. Кустики. О, о, о! Кого-то я поймал. Ага. Плотвичка. Слушайте, ну красота такая рыбалка. Что-то все больше и больше нравится. И так с мормышингом можно походить. И по кустам лазить не надо. Иди по речке, да иди. Здесь глубоковато уже. А вот там я в прошлом году щуку на 4200 поймал. Уже жилетка намокает. Пойдем обратно. Не знаю, будет что клевать. Ниже. Когда вниз по течению идешь. Сейчас посмотрим. Муть поднял. Может тут рыб какой-нибудь будет на муть. О, что-то клюнуло у меня там. Искарь вездесущий. Как же без них-то? Беги. Щуку еще не ловил. Так, все, что в речке есть, все поймал. Ух ты, кто-то потащил. Это кто-то был, наверное, уклейка.
здоровья не хватило столько заглотить. Здесь мелочи нету. Здесь, наверное, или окунь, или щука стоят. Ага. А вот и ельчик. На мелкоте. Вот такой. Так что можете, что хотите, говорить. А я по речке погулял. От рыбалки удовольствие получил. Рыбку поймал. Красота. И по кустам шариться не надо. Ага. Ты, блин. Окуняра убежал. Поводочек надо подлиннее, потоньше. Мормышку чуть покрупнее. Тогда будет не покрупнее, потяжелее. И тогда будет самое то. Ух ты. Ага. Вот и ельчик был. Что можно сказать по сегодняшней такой коротенькой рыбалке? Классно. Ходишь себе по речке. Ни в кустах, ни в каких не лазишь. Рыбка клюет все, что в речке есть. Вплоть до карасей. Сегодня поймал практически все, что у нас здесь водится. Окуня, пескаря, карася, ельца, уклейку, плотву. Щуку только не поймал. И такая рыбалочка, что-то мне все больше нравится. Будем практиковать. Может, это и неправильная тинкара. Ну, потом и на мух перейдем, и на нимф. Вот еще пескарик. Пока сейчас надо пристреляться. Забросы уже более-менее вроде получаются. Даже иногда туда, куда хочу. Что, на этом буду, наверное, закругляться. Всем пока.